садой кто сидит? Ахмад. Борец в красном трико Артур Найфон, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр. Представляет Карачаевский автономный округ Югра. Параллельный зачет Республика Северная Осетия. Тренируется под руководством Арчевова, Дудаева, Рожкова. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта России Аманулла Хаджимагомедов. Республика Дагестан. Спортивный клуб «Спартак», город Сасадыр. Борьбой занимается 15 лет под руководством Арсена Белибулатова. На корнетах красным трико борется Адар Дагомедов, команда Республики Дагестан, спортивная школа имени Дагомедова. Адар Дагомедов, бронзовый призер чемпионата России, победитель международного турнира Али Алиева, тренер Армбар Магомед Гаджиев. Синим трико борется Арслан Багаев. Команда города Москвы. Параллельный зачет. Республика Северная Осетия, Алания. Арслан – мастер спорта международного класса. Обладатель кубка Иван Ерыгин этого года, тренер Зуран Наниев.
Победил Амангула Гаджи Магомедов.